Комфортнее жизнь десятков тысяч жителей Иркутска станет в ближайшие пару лет. Ведь в предместье рабочем сейчас прокладывают теплосети, чтобы подключить к ним дома и соцобъекты. Для чего это необходимо и насколько масштабные работы предстоит выполнить, расскажет Дарья Эйвазова. 250 килограммов этой смеси нужно успеть распределить по трубе всего за 2 минуты. Так выглядит процесс теплогидроизоляции. Последние 3 месяца вся работа на заводе направлена на один проект – строительство теплового луча в предместье рабочем в Иркутске. Защитить от влаги и возможных повреждений нужно около 800 труб разного диаметра. А чтобы они прослужили как можно дольше, их проверяют по несколько раз. Входной контроль из себя представляет измерение фактической толщины металла трубы, также соответствие марки стали. Если один из этих параметров, либо оба параметра не соответствуют указанным документации, труба к производству не допускается. После того, как труба готова, проходят приемо-сдаточные испытания. Испытания на толщину изоляции, на плотность. Уже проверенные трубы вскоре проложат на улице Ипподромной. Это первый этап строительства нового теплового луча. Одного из крупнейших инфраструктурных проектов Иркутска за последние несколько лет. Его воплощает в жизнь энергохолдинг N+. Всего будет проложено более 5 километров теплосетей. Большая часть по улице Баррикад. Кроме того, в течение 3 лет энергетики возведут 2 перекачивающие насосные станции и 7 централизованных тепловых пунктов. А еще специально для этого проекта реконструируют бойлерную установку на Новоиркутской ТЭЦ. Также новая теплосеть позволит повысить надежность подачи тепла в городе. Общая мощность подключаемой нагрузки 120 гигакалорий в час. Это более 1 000 000 квадратных метров жилой площади, также более 10 социальных объектов. Целью реализации проекта является развитие инфраструктуры предместья рабочее. Сейчас множество домов в этом районе подключены к малым муниципальным котельным. Новая теплосеть от Новоиркутской ТЭЦ позволит постепенно вывести из эксплуатации 7 таких теплоисточников. Мелкие теплоисточники, их вклад в общее загрязнение атмосферы города Иркутска составлял от 50 до 80% в зависимости там, от режима, да, климатического. То есть котельные производят тепла мелкие в 15 раз меньше, чем ТЭЦ, а оказывают загрязняющий эффект в десятки раз больше. Уже в сентябре энергетики приступят к работам на улице Баррикад. После появления теплового луча у предместья рабочего появляются новые перспективы для развития. Дарья Эйвазова, Виктор Черкашин, Владимир Пинаев. Новости по будням.